Всех приветствую, мои дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала. С вами я, Роман. И сегодня я решил сделать очередной, так сказать, обзор по поводу калорий, по поводу БЖУ, белков, жиров и углеводов, друзья. Ну, вначале я расскажу о своих, так сказать, планах, в принципе. Вчера и позавчера, 2 дня это получается в нашей неделе было, я... На велике катался один, грубо говоря, вот, на районе, в принципе, вот. И еще что, когда пикник был на Кумжинке 30, получается, августа, кстати, сегодня 2 сентября, вот, поздравляю всех там уже школьников с началом учебного, так скажем, года, завтра всем рано вставать, в том числе, ну, как бы, людям, которые учатся, мне-то не надо. Я, в принципе, дома сижу, завтра, если что, высплюсь, вот. А всем тем, кто идет там в школу учиться, на учебу, на работу, всех поздравляю, так сказать, с началом учебного года, вот. Хотелось бы сделать обзор на вот такой вот йогурт. Получается, Актибио, натуральное пищеварение, 870 грамм, здесь 25% выгода. Ну, и давайте... Начнем, посмотрим, так скажем. Состав у него следующий. Это био-йогурт, обогащен бифидобактериями Actis Lactis Regularis с массовой долей жира 1,8%. Так, наверное, так и было раньше, я не помню, честно говоря. Надо будет пересмотреть старые обзоры свои. Состав нормализованное молоко, восстановленное молоко из сухого. По-моему, так и было. Старый не поменялся состав, хуже не стал, я надеюсь. Йогуртовая закваска бифидобактерий биорегулярис. Именно только бактерии поменялись, я думаю. Ну, вот эти вот для молочки, я думаю... Компоненты, в принципе, где-то Москва, производитель, Россия, Москва, Савеловский, улица Вятская, 27. Странно, как это просто Савеловский название мне напомнило, что есть чувак на ютубе, Диман Масл, он говорил, Савелов вроде как, на рынок, там вообще телефонами торгуют, вот это очень странно. Получается, Москва в этом плане очень, как это сказать, такой город, миллионник, ну, достаточно... разнообразный в плане того, что получается, может быть, завод по производству Вимбельдан, по-моему, это фирма, да, и рядом стоят, сейчас я допью чай свой, и в то же время кефир продавать, Активию, и телефон одновременно торговать на рынке. Но, естественно, такие телефоны с рук не надо покупать, это я вообще ни к чему сейчас, ну ладно. Пью йогурт. Так, он очень полезен, как по мне, для пищеварения. Я в последнее время сегодня наелся инжира, честно говоря, и изжога небольшая была, много съел. Жира тут 1,8 грамма, белка 3,5, углеводов 5,1. Так, ну калорийность небольшая, 51 калорий на 100 грамм. Здесь 870, получается 408 в одной большой баночке. Ну, сахара тут нету. Это калорийность достигается по ходу за счет молока, и все. Хорошо, что тут нет ничего лишнего. Так скажем, сахар бы, то есть инсулинорезистентность здесь минимально будет, инсулиновые качели. Если даже вы йогурт едите, вам будет нормально. Колбасу я не буду сейчас есть, наверное, как захочу, сильно прям захочется. Потому что у меня единственное сегодня как раз перед на вечер кефир и все максимум. Ребят, если вам видос понравился, обзор мой, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.